видела, только не вязали еще, но сегодня. Терапевтическая игрушка для недоношенных деток. У нас благотворительный проект, «Нити добра» называется. Вот. Эту игрушку кладут в кювес к недоношенному ребенку. Он держится ручками за щупальца, как за пуповину, и успокаивается, и быстрее восстанавливается, быстрее развивается, набирает вес. Наша задача сегодня рассказать, да, о нашем хобби, о нашем вязании. Поэтому все, абсолютно все, кто сегодня здесь будет проходить, должны вовлечься и научиться вязать. Парня зовут Максим! Можно идти и вязать на самом деле. Привет! Участницы флешмоба. Мы все сегодня уже показали, как мы умеем вязать с закрытыми глазами и несмотря на вязание. Я прошу вас разбиться на пары. Найдите каждая себе пару из участниц. И кто нашел, возьмите, пожалуйста, за ручку и покажите.